он был и до революции, и после революции. Да, это тоже Шекспир, это его костюм. Как вы все сохранили? А? Ну, в общем, очень любили. Музей хороший. Да. Музей хороший. Уважаемые дамы и господа, убедительно просим вас перед началом спектакля отключить мобильные телефоны. Честь имею. Спасибо, что вы пришли, сдержали слово. Да, давно собирались. Спасибо, мы с вами большое. Здесь увидеться, все не получалось. Но вы сами довольны, да, тем, как довольны, все сделали? Довольны. Сейчас самое главное нам сделать вот эту кассетное хранение декораций. Доделано. Все сделано уже. Мы сейчас доведем до ума летом. И в сентябре мы 20 спектаклей закладываем, им 2 этажа. Кнопка подается на сцену. Да, и очень здорово. Да. Пока еще нигде этого нет. Ну, в большом, я не знаю, есть или нет. Помимо вот полного комплекса здесь реконструкция порядка 19 тысяч квадратных метров вот здесь. Было построено еще большое хранилище декораций и мастерские театральные, чем не может похвастаться, ну, мало кто. У большого есть мастерские хорошие. Нагатина. Да, Нагатина. Огромный комплекс там. И что получилось хорошо? Ну, во-первых, это довольно сложный проект, потому что с точки зрения геодезии это место хуже, чем даже большой театр. Потому что вот это прямо на Неглинке. Фундамент здесь находится, ну, Тамара Анатольевна знает подробно, фундамент на огромных стоит деревянных сваях, которые загнаны в русло реки. Можете себе представить? Как в Питере так строили. Да, да, да. То есть, ну, это просто жуткое совершенно дело. И это все меняли, усиливали, и проект это, был... Это жутко, когда вода уходит, тогда сверху дерево гнить начинает. Ну, а так стоит веками. Да, каменеет. Вот. И проект был 2013 года, проект. И сформирован вот в ценах 2013 года. Потом начали происходить все эти сложности там с долларом и так далее. Но вот за что я хотел бы отметить Малый театр, который был заказчиком. Вот как в рублях цену утвердили в 2013 году, так этот театр в конце 2016 сдали, ни рубля не изменив, не требуя никаких дополнений в связи с меняющейся конъюнктурой. И даже это полтора года раньше, чем это было запланировано. Ну вот у нас чего, мастер. Чего вообще почти не бывает никогда. Ну, да, в строительном деле, да. Так что вот... И красиво получилось очень. Да. Очень красиво. Еще прям за это же время, говорю, с Кладыкой. Вот это мы, да? Нога. Да, ну я смотрел. Да, ну это же такого нет. Нигде билета. Все ткани, все оттуда, собственно говоря. Причем эти ткани все запатентованы, в смысле изделия. Вот. И их можно повторить только через 50 лет. Мы иностранцам говорим, когда приходят, действительно много иностранцев, очень много детей. Хорошая детская программа. У театра ходит целыми классами. Мы говорим иностранцам, ну вы знаете, вот этот театр, он чуть-чуть старше, чем Соединенные Штаты Америки. Ну, он начался еще в 1700... Труппа была. Сначала в Московском университете создавалась. 1769 или 8. Вот 260 лет. Вот 260 лет театр. Да, труппа начала создаваться там по указу Елизаветы Петровны. А потом уже сюда переехал. А построили вот это здание в 1824 году. Ну да, сразу после пожара. Да, некто варген. Вот эта декорация красивая, мы сохраняем все-таки национальные какие-то вещи. Вот видите, вы сидите на этих стульях, и, наверное, видели, там тоже такие стоят. Мастера хорошие. Сохраняем мастеров, которые мы делали. Да. Вот это, конечно, тоже имеет значение, в каких интерьерах вы это сделали. Уже на этот директор Малого театра
он был и до революции, и после революции. Да, это тоже Шекспир, это его костюм. 97-й год. Как вас сохранили? А? Ну, в общем, очень любили себя. Музей хороший. Да. Музей хороший. Да, то есть, ну, это просто жуткое совершенно дело. И это все меняли, усиливали, и проект это, был... Это жутко, когда вода уходит, тогда сверху дерево гнить начинает. Ну, а так стоит веками. Да, каменеет. Вот, и проект был 13-го года, проект. И сформирован вот в ценах 13-го года, потом начали происходить все эти... сложности там, с долларом и так далее. Но вот за что я хотел бы отметить Малый театр, который был заказчиком. Вот как в рублях цену утвердили в 2013 году, так этот театр в конце 2016-го сдали, ни рубля не изменив, не требуя никаких дополнений в связи с меняющейся конъюнктурой. И даже это полтора года раньше, чем это было запланировано. Ну вот у нас чего, чего вообще почти не бывает никогда. В среднем деле, да. На сцену. Очень здорово. Пока еще нигде этого нет. В большом, я не знаю, есть или нет. Помимо вот полного комплекса здесь, реконструкция порядка 19 тысяч квадратных метров вот здесь, было построено еще большое хранилище декораций и мастерские театральные, чем не может похвастаться, ну, мало кто, у Большого есть мастерские хорошие. Нагатина. Да, Нагатина. Огромный комплекс там. И что получилось хорошо? Ну, во-первых, это довольно сложный проект, потому что с точки зрения геодезии это место хуже, чем даже Большой театр. Потому что вот это прямо на Неглинке. Фундамент здесь находится, ну, Тамара Анатольевна знает подробно, фундамент на огромных стоит деревянных сваях, которые загнаны в русло реки. Можете себе представить? Могу, в Питере так строили. Да, да. Дамы и господа, убедительно просим вас перед началом спектакля отключить мобильные телефоны. Честь имею. Спасибо, что вы пришли, сдержали слово. Да, давно собирались спасибо мы с вами большое. Здесь увидеться, все не получалось. Но вы сами довольны, да, тем, как довольны, все сделали? Довольны. Сейчас самое главное нам сделать вот эту кассетную, кассетное хранение декораций. Доделать. Все сделано уже. Вот сейчас доведем до ума летом и в сентябре. Мы 20 спектаклей закладываем, 2 этажа, кнопка подается. Так что вот... Красиво получилось очень. Да. Очень красиво. Еще прям за это же время, говорю, вот с кладыкой... Все, это мы, такая да, конструкция сделала балтийская компания, которая приходила из ресторатора из Петербурга. Все ткани, все оттуда, собственно говоря. Причем эти ткани все запатентованы, это вот после изделия. Вот. И их можно повторить только через 50 лет. Мы иностранцам говорим, когда приходят, действительно много иностранцев, очень много детей. Хорошая детская программа у театра ходит целыми классами. Мы говорим иностранцам, ну вы знаете, вот этот театр, он чуть-чуть старше, чем Соединенные Штаты Америки. Ну, он начался еще в 1700... Труппа была сначала в Московском университете создавалась, в 1769 или 1800.